как в старом анекдоте, песен своих у меня немного, и обе хорошие. Вот самая хорошая из них называется 41-й. Возвращаюсь домой, сквозь полуночный мрак, и крадется за мной сексуальный маньяк. В абсолютной тиши убыстряю свой шаг, а вокруг ни души, только этот маньяк. Ну дальше саксофончик нужен, конечно, там. Забегаю в подъезд, а за мною маньяк. По ступеням скачу и кричу ему так: обратитесь к врачу, нехороший маньяк. И по лестнице вниз отлетает маньяк. В темноте чердака расчленю маньяка, ставлю памятный знак. 41-й маньяк.